Всем привет! Сегодня у нас гаджет от бренда. Помимо неплохих смартфонов, этот бренд занялся выпуском устройств для прослушивания музыки. Сегодня я расскажу вам о колонке U-Wake. Поставляется в очень презентабельной черной коробке. Внутри рекламная открытка от бренда, инструкции по использованию на нескольких языках, сама колонка и кабель зарядки. Сама колонка имеет форму шара белого цвета с черным табло спереди. Мне, кстати, досталось небольшим сколом. Хотя, возможно, это дизайнерский штришок. Напишите в комментариях, как у вас. Нижняя часть плоская, с четырьмя резиновыми ножками, благодаря которым колонка не укатывается, как колобок от ее владельца. По краям расположились физические кнопки управления, по три с каждой стороны. На спинке крупный 52-мм динамик, охватывающий частотный диапазон от 80 Гц до 20 кГц и мощностью 5 Вт. Еще тут обосновались место для зарядки, а также датчик подсветки. Немного об управлении. Кнопка M при коротком нажатии служит для сопряжения с телефоном, а при долгом регулирует яркость. Под ней кнопка часы, которая при быстром нажатии меняет формат времени. Кнопка будильника, при коротком нажатии на которую включается или отключается будильник. При этом загорится соответствующий значок на табло. При длинном нажатии появляется возможность настройки будильника. Кнопка плюс. Короткое нажатие на которую переключит трек вперед. Долгое увеличит громкость. По центру кнопка включения и выключения колонки. При коротком нажатии пауза старт. Ну а минус отвечает за уменьшение громкости или яркости. Сопряжение проходит через Bluetooth 5.0. Звук очень громкий и басистый. Спокойно можно использовать как замену многим встроенным динамикам в ноутбуках. Для просмотра фильма, например. Ну или простого прослушивания музыки на природе. На лицевой стороне расположился дисплей, отображающий время и режим работы. Светодиоды внутри могут светить как одним из цветов, так и пульсировать в такт музыки, либо плавно переливаться между цветами. Колонка может использоваться в качестве будильника. Подсветка белого цвета автоматически активируется за 10 минут до срабатывания будильника и постепенно увеличивает свою интенсивность, создавая эффект восхода солнца. Колонка также способна сделать засыпание более комфортным. При нажатии на дисплей в области луны активируется режим засыпания. При этом включается мягкий свет и начинается воспроизведение расслабляющих звуков. Доступны такие звуки, как летняя ночь, ветер, волны, ночной дождь, вода и сердцебиение. Включение этих звуков регулируется таймером. Таймер можно настроить на 15, 30 или 60 минут. Батарейка в колонке 1800 мА, что позволит проработать в режиме воспроизведения музыки на средней громкости до 10 часов.